Начать потоковую передачу, да, появится шляпа. В эфире пишется, что уже в эфире. А, ты уже в эфире? Ну все, там тебе вверху должна быть, типа, заходи, менеджер видео, опять, мероприятие в прямом эфире. Там должно быть написано, что ты в прямом эфире, и заходишь и кидаешь ссылку. Курю, всегда появится шляпа. Ебать качество. Нормальное качество. Я вылетел, подождите. $5. Кому-то сбросить для просмотра или не надо? Спасибо, на ютубе ты не сможешь песни свои включать. Оно тебе надо. Сейчас я захожу в игру. Качество вообще выше класс, на самом деле. Все, захожу. Ну, это пока в меню такое качество. Ну да, надо посмотреть, как в игре. Если кто не играет, конечно, посмотрел бы, было вообще шикарно. У нас нет никого на банке? Все, я тут. Ну там Усмик не играет. Ну, если что, хорошо, что у Ютуба, по идее, и серваков должно быть больше. Ты качество, ты там сам и качество, и отдача, то есть у того, кто будет смотреть, ты... это не будет лагать. Если у тебя 1080 лагает, ты можешь поставить 720, 400 там и так далее. Я не устраиваю. На Твиче такое нельзя. Ика, напиши в чате, пускай посмотрю, какое качество на 1800 в матче будет лагать или нет. Скажи, главное, чтобы когда Вася, да, стримил, чтобы не лагал. Ну я посмотрю, если будет лагать, я беру. Никита, ищи. Нашло. Разворачивай. Если эта музыка играет, то есть тебе будут отключать трансляцию за музыку. Да, музыку выключу. Сори, музыку это вырубал. Мне может просто интернета не хватает, понял, для этого? А так, нравится. Ну да, там на 1080 интернет, можно считать в первую очередь. Ого-го. Не ожидал просто так отскочить. У меня еще интернете, если я сейчас поставил меньше, мне было 100 мегабит, сейчас поставил дешевле, взял. Ну там чувак рассказывал, что типа для 1080 нужно, чтобы 15 мегабит было. У меня выше, у меня 30. Вещь. Какая-то там. Я уже не отвлекайтесь. По линии штрафной лучше станете. По линии штрафной. Кто там? Вася, подойди выше. У меня вообще черный экран. У всех черный экран.
Нормально, я не смотрю, ничего не лагает. То есть я оставил это, чтобы на поле смотрел. Да я же разворачивал. Ну, Никита, заканчивай, серьезно, уже надоело. Успокойтесь, все, ну, не нервные такие. Ну, не нервные, ну, ребята, имейте уважение, ну, серьезно. Начали играть, вы продолжаете. Ну, подожди, какое уважение, молчать все, да. А что без молчать, Никита не играл. Леша, не нервничай, Леша, дыши глубже. Я спокоен, ну, я сейчас тоже начну с этой херней. Ну, тебе что-то не понравится, Вась. Ну, дыши глубже, вам. Да я спокоен. Я тоже не разрешил. Нет, на первый. Давайте не будем работать. Это реально, мы с аэропорта. За Динамо? О, бля. Схему держите. And the referee says, that's a free kick. Играем. David. Well, they're in a good position here. Barbosa. Тут я затопил, я сразу давал, чтобы потом вернул, но касания не давал. And that flag is up, it has gone out off the player. That's a quick reaction from the thrower. Game on again. It's one back. This is Campbell. Tried to play it through, cut out by the opposition. Barbosa. Ricardo. And he gets it back again, quickly. What, what? Well, this attack got a bit of menace to it. And the defender's come in well here. Timed his approach and got the ball. Came in with the challenge and the ball broke free. Dangerous moment. Да пиздец, это, блядь, пас нахуй. Fantastic slide tackle to get the ball. We might get an update on that injury now from our man Jeff Shrees. Jeff. Well, there's some real concern looks from the bench, I have to tell you, because he's landed right on top of his elbow and that's causing him some serious pain at the moment. Well, thanks for that news, Jeff. Well, you can see the players getting into the box. They think the cross is coming in from this fella. He's taken the ball out of the playing area. He was under a bit of pressure from the defender. Played into the middle. Well, it just... And it's in! The header! Great goal! Marta. Я не потянул, там кто-то побежал. Меня потянул, но я не выиграл борьбу. And the score is 1-0. Gone out over the touchline, that'll be a throw to the opposition. David. Now Campbell. And the player working hard to stay in possession. It's another attack with plenty of support for him. Benzema. The player hasn't had to move very far to get that ball. That's the keeper's save, and he's kept the ball.
committed himself here. There wasn't much cover, but he got the ball, the defender, in the wide position. Well, he's given the free kick. Well, they put the ball down and take the free kick straight away. On to the attack now. David. And the ball has gone up, free kick given. Benzema. This is the chance. Oh, oh, look at the disappointment. That would have leveled it up. Game perhaps, and look at the striker's body language. He knows he squandered that opportunity. Barbosa. That's very well read, and that's a very good interception. Well, that's half-time at 1-0. It's an injury that we're really going to talk about from that first half, despite all the action. Yeah, it was one of those that you wince at, and just hope the boy's okay. It is time now for the start of the second half. Никита. David. It's a return ball. Being moved around nicely here with this passing game. Ramsey. Benzema in midfield. They've got it back via an interception. It's good vision to be up. He's gone for goal. And this is a goal. Now it's 2-0. Trust me. The defender's come in well here. Timed his approach and got the ball. Oh, I see. Menu. Hey, there's the back heel. Flank. It's back, it's their ball again through good intercepting play. Well, good to see the technique there with the outside of the foot. Yeah, usually it's going to a channel, wouldn't it? It's good to see players try that, and he wasn't far away. Ricardo. And in goes the cross. That's good defensive play. Hit with a volley here. He's hit that perfectly. And the keeper's done well to keep it out. That's going to be a corner. Навес просто. Ладно, дальний там басик стоит. Китку только делайте. Yeah.
закрыт. Обратно. Well, everyone knows he's the playmaker, so if you're given the ball by him, you've got to give it back to him, and that's what they've done. На фланг. И Вась. Вась. Рамзи. Dangerous moment. Got to be. Into the goalkeeper's hands. And not really challenged the keeper then. Рамзи. Бензима. I think even the opposition are applauding that one, that back heel. That's a good advantage from the referee today. Brilliant pass there. Вроде прострел или на дальний навес. Now can he score? Here's a shot. It's one back. That's a very crisp challenge. Дайм, дайм. Close range shots. Хорош. Хорош. Да-да, если начнем играть. И два, ёпта, камбэк. Плотнее. Ниже буду. Бензима. Great opportunity. Tries his luck. That's why goalkeepers have to be strong to deal with shots of that power. Well, they've got the corner now to try and get themselves level. Как работает? Просто? Был прострел, сейчас не кроют. На Никиту прострел, на красный. Уж пойдет. Набегает только вовремя. Давайте, раз, два. Нет. Chance for it. Oh! Нормально. Сделал нормально. Это не... А, это Никита, да. Вайс открыт. Я чуть ниже. Excellent positioning and the interception is made. Possibly a booking this. Got the word from the ref to take the free kick quickly and on they go. Что за бред? Assistant looking very confident about that one. He flagged, referee gave the offside. Да, ЦП повыше, чтобы подбор был. Все, назад скинет. Бензима. This is the chance. Бля. Назад скиньте, там слишком плотно у вас. Назад. Надо его, блять, обработать и развернуться. Просто боже, назад скиньте. Здесь даже без ускорения, блять, у меня полный стрит, полная сила, и он, блядь, сломался. Никита, утяни. Там еще не сбежал. Давайте хотя бы сравняем. Крыться. Давайте быстрее. Тык-тык-тык, разыграем и забьем. Другой фланг. На фланг. В центре открыт. Леша, я в центре потом буду. Рамзи. Well, we could get some news on the injury. I think Jeff Fries is on the case. Looks like he's got a problem with his hamstring. But at the moment, he hasn't asked to come off. And Jeff Wright in a goal! Great challenge by a player who's been doing that all night. Прошло. А я вас думал, просто Твин чуть-чуть понял, повыше будет и кому-то сразу скинет. А Твин, видно, страховать хотел бы. Ну, я же ЦОП куда не идти. Ну да. Не, ну ЦОП тоже не делал. Там просто я могу бежать. Да не хочу вам мешать. Не, ну если неправильно сделал, really то... Okay. Мне идти в атаку или нет? Хорош. Рамзи. Крыт.
Я помогу. Назад. Я не буду еще назад. Давайте разыграем. Кто ближний бежит, бежит к мячу, дает пас на штрафную. И вешаем. Даже пока Дейл бежит. Да уж на месте просто. Они меня всегда закрывают. Давай, вешаем. Вешаем просто игроков. На дальнюю, на дальнюю. Бля, уже на ближнюю. Ладно, скидку. Пизду. Дэвил. Банку закрыли. Просто надо, чтобы это один говорил, это каждый говорит это сама. Так уже один раз помню было. Из-за этого тоже. На ближнюю просто и скидку сложнее сделать, и это... Да просто передай другому. Не, ну при чем задай другому, я просто, ну, спрашиваю, один говорит. Забить так, сложнее, если ближний бежит, прилетит, уже мяч близко летит, а он уже в углу будет стоять. А так он, может, будет смотреть, выходить или нет, если на дальнюю летит, и он будет пятиться потом. К воротам, если он собирается выйти. Поменяй игрока. Ебать, заявку кинул парень. Попробую маленькую ЦЗ сыграть. Раньше хорошо выходил. Нашло. Seasons league match. They must be feeling the worst. Relegation is a real possibility. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Well, there's no doubt there's a bit of worry in the camp. Three games played and the word relegation is being mentioned. Yeah, I mean, there's still time to reverse this trend, but the team spirit, just looking at the body language over those first three games, it doesn't look great. And let me introduce you to the referee today, Nicodem Barbosa. Hey, there's the back heel. Well, they're in a good position here. Look very good indeed, but the
Блин, а что это бот был? Там Двин. А, Двин. А то запутал. Твори, но я успел. McCarthy. They've linked up well. Here's a shot, and a player gets in the way. Made a great block. Free kick only for the referee. Nothing more sinister than that. Блять, давал вверх и, сука, выжил. Я на понял. Он был, три отделения, нет, блядь, а он, блядь, перед носом, блядь. Можно? Барбоса. On to the attack now. There's the ball in. No, the cross really not developing into anything in the end. Кто-то в Риджин, блин, написал. Good movement to get to it. Ой. Валиду, блин. Сори. Чем подумаешь, что это Никит? Меня бесит Риджин, блин, какой не пос... Что с ним делать, все равно оно будет реально сбивать. Да, невидимый режим. Тот. Знаешь, иногда что надо, блин. Валиду вечно какую-то херню, знаешь, кидаю, блин. И вечно знаешь, что мяч должен забить, блин. Еще какая-то херня. Уже ладно, уже я пишу. Вечно пишу. Could be dangerous. О, хорош. Блядь, прострелил. А я думал подменять, ну понятно. Не, уже видел, что там, если я дам пас, это будет слишком не, близко понял, к защитнику. Не хотел подсовывать, пошел сам. Неожиданно для них получилось. Пострел не получился. Фланг, фланг открыт. Спокойно низу. Knew exactly where he wanted to head that. Фланг. Бас. Надо в пас наложить. Guthrie. He's got it back again. Good strong tackle. Я не убегу. Да я пиздец. Не успел, хотел остановиться, не хотел хоть бы сюда. Я понял, не хотел подставлять. Не, нормально, я ждал, скрывался. Три. This is his situation, isn't it? Looking for a goal. I think even the opposition are applauding that one, that back heel. На фланг другой перейдите. Хорошо. Я чуть ниже буду. Вася забегает. Я тоже открыт. Того пошло. Guthrie. McCarthy. He's coming forward with some danger. He's gone in strongly and got the ball. Benzema. This referee's got a good perception of when and when not to play the advantage. He's chosen to play it here. Ricardo. Barbosa. Now he'll get it back again. Benzema. That's great defending there, stopping that attack. Thank you.
Ближним, ближним, это через короткий. Не, мы сейчас этот мяч просто потом дадим. Открыть. Единку мяч пришел к центральному защитнику. Давай открыть. Барбоса. And the tackler has been very successful there. He's got possession. У нас понимания в игре нет, а так пока. Давай, подкинь. Хорошо. Each half is 45 minutes plus stoppage, and you'd be well served to keep on going. Well, heading, just like shooting, is an art form that needs practice, and this boy seems to have done exactly that, because that was an emphatic finish. Well, that's the first goal of the game. It's 1-0. Давай, с прессуем, усложняем. Ага, касанием можно поиграть. Пас в одно касание. They thought they were going to go in at halftime, Alan. Level. But they've gone in with the lead now. Yeah, half a few chances, but... You know, the one that... Very good tackle. Not his first today either. Барбоса. Если что. Робертс. That's a clever part of football, isn't it, to back it? He's got to score! Блять, у них хорошо в защите. Да, такой как у нас почти. Крит. Не, надо было от касания отыграть топа, тот нет. Да, в касании мы что-то, блядь, да. Проблемы. Я в ближнем бью. Пойди, поделай. Давайте, навес. Слишком там кучно, не пройдет пас. Сколько надо было разводить, попробовать. Прямо линейно все. Пиздец, чуть не хватает. Блять, я ударил по мячу, еще и спалил, сука. Ну, блять. Давай только... сейчас второй забьем. Окей, может быть. Бензима. The interceptor has got the ball here. Прострел. Посмотри, ну я раньше нажимал, еще когда Вася рядом бежал. Ты убил, чтобы не мешать бы, я думаю, сейчас если ну, еще останусь, мог, мог мяч у тебя забрать просто-напросто. Место. Ну я раньше нажал просто. Потом в борьбе. Так долго туплил, поэтому. Второй темп, кройте. Barbosa. And they've got the ball back through a very good interception. Guthrie. Knocks it away. Great piece of defending. Here's McCarthy. Давай, Ники. Что ты? Разлёгся.
Roberts. Well, we could get some news on the injury. I think Jeff Shreves is on the case. Word from the bench is that he's actually twisted his knee. That's why he's been trying it out. But at the moment, he's carrying on. Well, thanks for that news, Jeff. Very good passes. Стойте, кто там попробует зону забежать. Cross it. No, the cross really not developing into anything in the end. Писуйте. Ricardo. Barbosa. The opposition back off, they could be in trouble when the ball gets to here. Ползу, поближе, вот видишь, второй игрок, вот возле вас соседен, ты его должен держать. По игрокам смотреть, не зону кроете, где никого нет, а игроков. Окей. Поближе ты другу, никто вас не заставляет по флангам бегать, пока вы схематично на схеме там расположены. Просто иконки не помещаются. Переводим на фланг вообще. Банк пошире, совет. Бензима. Назад, назад. Спокойный пас назад, чтобы атаку за начать. Блядь, не дал пас сделать. The referee comes in quickly into this situation. Out comes the yellow card from the referee. Many in this ground surprised about that. I think it was a foul. Набегайте. 2-3 метра запас сделать, а потом набегать, чтобы скорость. Well, he saved it, and he's kept it as well. Фанговый спайк. That's a cross the field to try and switch the play. Barbosa. Крит, что? Possession in the midfield area. Не очень. Сбросить или нет? Сейчас открыть, я открыть. Блять, я уже отбор потом вырезал. The lead is still intact, but only just the fans are a mixture of nervousness and... Блин, я не Никите хотел скинуть. Так получается, в одну зону потянуло и... What a chance here! And the attempt to thread the ball through just failed. Showing it's a physical game when it's a fair one too, and that's a great challenge. He got there just in time. In the end, a fantastic clearance. Excellent positioning, and the interception is made. Не ломитесь туда, если не получается, видите, что сложно, то давайте назад заново начнем атаку. Главное контроль, главное не терять мяч. Теряем, будет атака. А у нас там броня еще не так много. It's
So it's full time with a final score 1-0. I'll leave you with the full match highlights, and until next time, I've been Jeff Stelling. Короче, в пятницу в 23:15 ВП сыграем? Ну, можно. Вот а что, в четверг с туристами договаривались, нет? В 23:15, все. Вообще Кристин преображается на нетерпение. Ты красавец. На него посмотрел вообще кто. 40-летний мужик среднего расстался. Ни кожи, ни рожи. Обещал жениться, а что тянет? Скажи. У тебя месяц сколько на расходе? Сколько? Ну ты что, щекотинки? Да если он не женится, на тебе останешься голый, босы на улице. Женщина после 30-ти топора выснимает и лежал. Так, давайте я последний матчик, потом если меня станет кто-то другой, я пойду в сборку. А сегодня разве сборная у вас? Ну да, по-моему, пишут, писали. Что-то я не помню такого. Ну так, я так понимаю, что у нас несколько человек в сборную Украины входит. Почему? Или нет? Двое, по-моему. Ну там кто-то еще. Ну, со сборной Руни, я, Вася и кто-то вроде еще. И спешил вроде. Но они все равно еще никто не играет, кроме нас. Да. Причем есть Ика, который пойдет вперед, один опустится вниз. Радик, он пишет, что уже идет играть. Хочет. Экса заявить. А Хумель здесь? Киа заявить. Киа тоже, кстати, хочет играть. Ну вот создавать вторую команду. Зачем вторую? Сейчас место будет. Одно? Почему одно? Два, наверное. Два места освободится. Ну, может быть. Желающих пять. Дошло. Кто пять желающих? Бать, у меня кепка. Да еще и подсет бутс, блять, просто шик. Ну, должно быть. Стрим не лагает, все нормально с ним. Мне сначала немножко так было, мыли, а сейчас как-то распухало. Никита 5-5 стоит. Ходит, наверное, пошел. Можно браться. Вася скрыт. Защиту нужно дать. Если некому дать, давайте спокойно назад пас. Так, на другой позиции будет лучше. Давайте. Мария уже вперед, хорошо. Леха, ну хуй знает. Да, Леха. Я видел, что ты забегаешь, и у тебя задача провалится. Ну, я даже не шел, потому что я видел, что тебе можно поставить. Я перемудрил, надо попроще сыграть. Раз можешь. Назад. Рикардо. Вася. Вот-вот. Нет. Приготовьтесь на прострел. Блять. Не добежал я. Рамзи. Я думал, ты забежишь. Я продал на ход вас. Там уже там в лицевую задыхать, ну, уже близко. Только отбирает и уходит.
пизду. На дальнем. Это сейчас навес был. Забили. Инвалид разобивался. Он все отскоки подхуяривает. Вот это сейчас было оба с Игреком. Ну, типа, перекидка. Ну, не знаю, мы там нас собираются на 9, но пока соберутся, я думаю, я отойду, я потому что я... Вот ходите, если там экские будет. Ну, именно накатать. Какая у нас? Фрикик. Вася. Good tackle. He is the tackler in the team. Или Лёш. Блин, тупо бесит, как шкаф отодвинули. And he's got the ball well to set his team on the front foot by intercepting. Барбоса. Правда. Назад мы не его на красном сам. Мы зачастую посыпаться не туда даем и все, а так. Well, that's gone back to him. Well, he did well to try it really. At this part of the pitch it's okay. Поможем. Ricardo! Well, they've given the ball to him straight away, and they'll be giving it to him for the rest of the game, I'm sure, if they can. The menu. Открыт. User entered your channel. Я так понимаю, это... Киа? Здорово. Позаю схему. Сейчас зайдешь, кстати. Шторм тут. Ну, здорово, по центру второй. Шторм, короче, Гриша, передай, что ты пьёшь. Открыт. Он настоял на этом, чтоб я передал. Уж. Мать, Никита Журу, блядь. Борец. Оливье. В воскресенье парни хотят его по... Играем? В любое время. Да в принципе, чё нам? В 5 утра хуярим. Я на 10, ты говоришь. Да чё он не дал, бля? Или на пол 11 лучше. Экс не будет играть? Наверное. Он заходил в прошлом. Мика, не знаю, тут вроде. Хорошо, еще дальше. Это пиздец. Какого хуя этот чмо, блядь, ударил левой, конченой своей, блядь, ногой? Долбоёб. Еще раз прострел. Ногу, Густав, нам можешь дать этот пас, а я оттуда взъебу. Не, я могу. А, давай. Я бажик, да. Либо навес сделаю. Чем шикарный навес. Сам просто прострел. Делай так, отвлекай тебя один. Вот Никита пусть не стоит, а вокруг. Один отвлекает, убегаешь, поубегает оттуда потом, а другой забегает. Они его закрывают. Хотя я не все ушли. Пенсионер назад это. Расходимся, расходимся, сразу же позиции. Рикардо! Еще один. Кто-то ему пас дал. Только мне кажется, он до ему не дошел. Ай, давайте, поднажмите. Да, я там тоже забыл, с синтом пошел. Просто думал, ЦЗ на меня или кто там. Там живот кто-то стоял, думал, он на меня бросит. Другой фланг там по свободе. Ты убежишь? Нет. Его тянул просто. Крыт.
Одно, да. Конечно, штраф был. Ну не так, в левшей зоне. Грошу. А, не, меня, блядь, в последний момент отпустило. Сука, блядь, ну я его укрою, нахуй ему давать, сука. Пошел другого крыть, не дал. Все равно. Ещё угловой за два матча. Тут хуёво, на самом деле. Подбор смотрите, станьте. Обижение закрою. Spotted the incident and he wasn't gonna let him get away with it. Пачка, закрой, я сзади. Знаешь, что прострела не было. Блять, откуда этот вылез, нахуй? И стик с одним фланги. Ай, вот и как раз бы если продолжил бежать там влево. Пас дать вверх. Больше конечно надо было делать. Вверх, там ротчик вышел чуть ли не до штрафной, там можно было, блядь, дать пас и попросить Лёши назад его. Значит, тоже смотреть по опорнику играть, если я вижу и убегаю вперед, тоже поднимайтесь, пускай там в сайде стоят. Если можно, конечно, если он там один забегает. Едва лучше не рисковать. Твоих сложнее проконтролить. У них ноль ударов. So the referee's happy and the second half gets underway. And he goes for the chip. That's no way to get back. Блять. Как обычно, наш конёк, блять, охуенно начало тайма. Я ФКшке уже реально надоел. Well, that can only, I mean, be a lapse of concentration to be that far offside. Yeah, it's not as if the back of the team to catch him, he just went far too early. Конечно. Еще раз. Она типа если на кого-то примагничила, ну вот она сильно летит как лучше. Скатывал. Сейчас давайте еще раз пристрел. Они там. Сейчас. Он уже закрывает. Да, на дальнем бейсе. Оранжевый придет на мяч, пяточка сбросит, а я дам на весь. Ладно, сойдет. Тень, летите на мяч. Видите, там уже игрок стоял один. Фиолетовый. Стикс должен был стрелять. А такая надо спас. Хорош. Trying to widen the approach play here, but it's Вася был открыт. Вася открыт. Справа. Бляха. Надо было в ногу. Сначала отклони, потом давай. Это прямо линейно. Вася открыт, если получится развернуться.
Нет, не туда вообще. Не можно. Я тебе давал. Блин, я еще не рушил. Просто типа он рядом постоянно. Кроем спину. Бензима. Yes. Well, he has cleared the danger. That's very well read, and that's a very good interception. Barbosa. Ramsey. Wait, даже не хочу отхуярить. That's a wonderful pass. Tries his luck. Писинг. Запрос. Has got the ball here, and the player working hard to stay in possession. He's taken the ball out of the playing area. He was under a bit of pressure from the defender. Лицо позже. Now he's throwing it straight to an opponent. Barbosa. Great. It's one back. Плюс я, блядь, проебал. А там уже и Скролза проебал тоже. Да я когда, блядь, проебал Лёшу, решил исправиться и проебал еще одного игрока. О, я по тебя. Пяточка пасеки я сделал на весе. Открыт, спокойно, мужики. Открыт. Ничего себе, блядь. А так? Чё они, блядь, ворота стали? Они обороняются. У них. Не доверяют кипер. И, ну, за типа. Opposition will get a throw here because they've tried to play it to the wide areas and they couldn't find the play that they were trying to pick out. Barbosa. That could be the end of the game for this player. He's stopped in his tracks by that damaged muscle, I'm sure. Nikita, yes, on us. We might get an update on that injury now from our man Jeff Shreves. Jeff. Yes, it looks like he's got to score. Well, that's a clever little clip into a teammate. He stumbled a bit there, but has managed to stay on his feet. In a goal. Yeah. Я в рот ебал этого чмо, блядь. Вот это, блядь, навес. Самое главное, блядь, зрячий, блядь. Нашел, блядь, точку и на нее вешал. Фанк. Барбоса. Обратно. Я возьму постраху. Догоню, блядь. Слишком резвый. За 90 минут. Пока сам. Cross the field to try and switch the play. Справа, стеночка. Ладно. Not quite.
Барбоса. Блин, Никите дал. Well, we're halfway through the season-ish, and this is a very important result for them. They've struggled for much of the first half of the season. This could set up a second half that will at least keep their heads above water. That's all right. I mean, they don't want to make this a one-off. They need to build on it now. Но скоро будет торжественно этот, как его, блядь, барабан на взрыв. Так мы с вами не равно дойду. Пика пускай встает, там людей пришло, сейчас куча, пускай они по позициям разойдутся. За свободно. А мы пока в сборку. Пойдем соберем движение. А я что-то не забыл, понял, что сегодня сборка. Там мне накатал. Тоже Ваня? Угу. Где Хачири? Нет. Так он был успокоил. Да. Ну, тоже.